Я в цій сім'ї вже 3 роки. Славик і Віка для мене як папа і мама. У мене є рідна мама, але ми з нею бачимося рідко. Я не хочу сюди йти. Тобі тут добре. Наташу по-Наташину, ну, надо любить. Артура так нужно любить, как он воспринимает. То есть у каждого ребенка как бы свой язык любви, свои какие-то потребности. И вот так и выстраиваешь с каждым отдельно отношения. У него реакция настолько быстрая, что вы просто не успеваете следить за тем, что он делает, когда он это делает и для чего он это делает. Коли лягаю спать, я тебя, мою маму. А утром я обнимаю. Мы его догоняли все вместе. Игорь его догонял, Денис его догонял. Это было страшно, это был стресс. И я не знал, что делать. Я люблю маму и папу. Сильно? У нашей семье 10 детей. Мне нравится, что у нашей семье много детей, потому что можно футбол. Красиво погулять. Если любишь, то его любишь и сейчас, и потом. Его нельзя любить временно, его нельзя любить на час. «Если любишь» – прем'єра документального фільму. Дивіться скоро.